Сергей Михайлович, здравствуйте. Здравствуйте. Рада знакомству с вами. Взаимно. Личному. Приветствую вас здесь, в Кишиневе. Прекрасно знаю, что вы не впервые. Да. Вы уже были здесь несколько раз, и я знаю, что уже и Камрад успели посетить. Дважды. Дважды. Каким вам сегодня показался Кишинев? После того, как я поучаствовал в работе 13-го съезда социалистов Республики Молдова, мы поехали по моей просьбе к палаточному городку у парламента Молдовы. Да. Поэтому Кишинев мне представился таким очень боевым, настроенным на дальнейшее развитие и на дальнейшее, надеюсь, позитивное для Республики Молдова событие. Вот вы затронули тему, вы здесь действительно по приглашению партии социалистов, да, Республики Молдова Игоря Николаевича Дадона на съезд. Вот я знаю, что у «Справедливой России» и у партии социалистов особые отношения. Вот чем они обусловлены? Я думаю, что все-таки не только общностью идеологии. Дело в том, что полтора года тому назад по нашей взаимной инициативе мы подписали соглашение о сотрудничестве между партией социалистов Республики Молдова и партией «Справедливая Россия». Дело в том, что я открою один секрет. Мы с Игорем Николаевичем Дадоном оба водолеи. У нас разница буквально в 4 дня. Сначала я родился, потом так, через 4 дня он. А водолеи, они друг друга чувствуют. Дело в том, что кроме того, что мы лидеры партии, у нас возникла, я сейчас могу уже сказать с большим удовольствием, настоящая мужская дружба. И вот поэтому особое отношение мы посчитали, вот полтора года прошло, мы 20 раз встречались за это время. 20 раз. Да, вот между, это внушительно. Да, и я, правда, вот только второй раз за полтора года приехал сюда, в Республику Молдова. Игорь Николаевич намного чаще приезжал, и у него была просьба, чтобы я показал ему региональное отделение и регионы. И он побывал и в Краснодаре, и в Казани, и в Свердловске, еще где-то, сейчас уже даже не могу вспомнить. И в этой связи... Ну, в вашем родном, родном Санкт-Петербурге, конечно. Так. И в этой связи у нас действительно очень такие тесные контакты. В прошлый свой приезд Игорь Николаевич приглашал меня к себе домой, в свою деревню Садово. И да, там мы познакомились и с его очаровательной женой, и с мамой. И вот уже такие у нас доверительные, хорошие отношения. Я верю про мужскую дружбу, потому что вы... В одном из комментариев сказали, что вы очень цените мужскую дружбу и считаете, что мужчина должен быть способен на мужской поступок. Абсолютно правильно. Да, и вспоминали там даже личную историю с туфлями вашей сестры. Это я тоже помню. Вот вы заговорили по поводу съезда. Я видела, что вы очень внимательно следите за тем, что происходит на сцене. Я видела, что вы снимали на мобильный телефон. Вы выступили с очень краткой, я бы сказала, очень такой емкой речью. Ну, давайте так вот, вы опытный политик. Итоги этого съезда как оцените? Итоги оцениваю как очень хорошие. Дело в том, что этот съезд был отчета перевыборный. Я очень рад тому, что единогласно Игорь Николаевич Дадон был переизбран на пост председателя партии социалистов Республики Молдова. И вы знаете, я уже обменивался с Игорем Николаевичем и с Андреем Кирилловичем, который все время меня сопровождает в этой поездке, бывший посол Республики Молдова, Молдова в, да, России. В Российской Федерации. Я сказал, что мы на свой съезд, который пройдет весной будущего года, возьмем многие новации, которые я сегодня увидел. Во-первых, съезд действительно очень динамичный. И вот, например, у съезда, на котором я сегодня был, был такой красивый, красочный художественный пролог. Ну, во-первых, конечно, когда в ложе, вернее, в оркестровой яме сидит большой симфонический оркестр, это вот мне очень понравилось, тем более я давно дружу с замечательным таким симфоническим оркестром у себя в России, и мы это возьмем. И очень понравились вот эти экраны, на которых динамична не только эмблема партии, больше всего мне понравилось с точки зрения даже идеологической. Наверху была вот такая полоса экранная, где возникали лозунги, слоганы. И вот это очень важно, очень здорово, потому что когда человек выступает на сцене, вот он стоит, как бы ярко он ни выступал, картинка, вот вы же телевизионщик, вы понимаете, да, очень статичная. Монотонная. Монотонная. А тут, значит, все это меняется,
И не побоюсь этого слова, вот эти элементы шоу, они, во-первых, заставляют людей внимательно слушать и не отвлекаться. Три часа съезд прошел просто на одном дыхании. И в этой связи я думаю, что мы у наших товарищей много возьмем на вооружение для проведения уже нашего съезда. Ну и не могу не сказать, что содержательные были, блестящий был доклад у Игоря Николаевича. И еще, кстати, одну новацию возьму у наших товарищей. Дело в том, что когда у нас идут прения, мы всегда поступаем так. Ну вот надо же дать региону, надо этому региону, и этого надо, еще и вот этому. Чтобы а еще не вот обиделись. Этому, да? Чтобы не обидели. Да. Но дело в том, что не все умеют публично выступать. И получается, что ну, вот кто-то умеет выступать, он зажжет аудиторию, а потом выходит человек, ну вот он берет по бумажке, бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу, и народ засыпает. Дело в том, что когда были выступления в прениях, я обратил внимание, не было ни одного «а» скучного, «б» непрофессионального выступления. Ну просто вообще, я просто сидел и радовался за команду Игоря Николаевича Дадона, потому что ну, блестящие ораторы, очень интересное выступление, очень остроумные. Причем мы, когда говорим остроумные, мы привыкли, что это с юмором, а это именно острый ум. Поэтому мне очень понравился съезд, очень понравились те тезисы, те идеи, с которыми выступали наши товарищи. И, конечно, было очень приятно слышать особое отношение к Российской Федерации, к России. И это, конечно, для меня и для моих товарищей. У нас приехала целая делегация. Да. Было очень приятно. И у нас в делегации были товарищи, которые вообще впервые в Республике Молдова. Да. И для них они сидели. Прям, надо же, как вообще, как все здорово. Я вам открою один маленький секрет, почему они так выступают все. Потому что вот эти годы пребывания в оппозиции, у нас очень жесткая борьба между властью и оппозицией, да, она уже как-то обязывала к тому, что наши политики, наши депутаты, они действительно оппозиционные, имею в виду, они умеют действительно говорить достаточно да, ярко. Да, кстати, судя по всему, им часто приходилось выступать в абсолютно неподготовленной и аудитории, и залах. Часто без микрофонов, потому что они в оппозиции. И да. они, да, действительно, научились, как говорил наш поэт, поднаторели уже. Поднаторели, да. Вы заговорили об отношениях России и Молдовы. Действительно, партия социалистов – одна из тех немногих партий, которые вот, ратуют за сближение с Россией не на словах, а на деле. Они совершают какие-то поступки, которые подтверждают да, их это видение. На самом деле, вот, у нас непростые сегодня отношения с Российской Федерацией, мы знаем почему. Вот, мне интересно ваше мнение, что думают по этому поводу вот, в России? Потому что думают у нас в Молдове, мы знаем, мы видим данные различных социологических опросов, а вот что думают в России? Знаете, в России у нас есть такая поговорка «насильно мил не будешь». В этой связи Россия не та страна, которая, как иногда нас рисуют, что-то хочет навязать, хочет что-то диктовать. Мы понимаем, что мир многополярен по определению. Мы видим сегодня, что попытки Соединенных Штатов Америки строить мир однополярным и считать, что они главные распорядители в мире и какую-то страну назначать империей зла, какую-то страну там светочек демократии, это неправильно. И в этой связи мы-то исходим из одной простой вещи. Мы хотим жить в мире, добрососедство со всеми странами, а уж тем более со странами, с которыми у нас общая и очень большая совместная история. Я имею в виду страны бывшего, страны, которые стали независимыми после распада Советского Союза. К Молдове, к этому цветущему саду Советского Союза у нас всегда были самые теплые дружеские отношения, и они остались. То, что нынешние руководители Республики Молдова решили, что как бы, Восток нужно оставить в стороне, а устремиться только на Запад, с нашей точки зрения, даже не прагматично, это просто вот нецелесообразно. Никто не говорит, что нужно, наоборот, захлопнуть окно в Европу. Да нет, само местоположение Молдовы говорит о том, что нужно обращать и торговые интересы, и любые геополитические интересы как на Запад, так и на Восток.
И когда наши товарищи из партии социалистов Республики Молдова говорят о том, что намного выгоднее будет в евразийском сообществе, с нашей точки зрения это действительно так, это абсолютно прагматично. Но это не значит, что вот давайте теперь только торгуйте с Россией, а вообще там с Запада, чтобы и близко не было. Да нет. У каждой страны должны быть есть свои национальные интересы, есть свои социально-экономические интересы, торговые интересы. Mm-hmm. И, конечно, нужно торговать с теми и там, где выгодно. Да? Никто не будет торговать себе в ущерб. Поэтому мы считаем, что те, кто сегодня называет себя такой европейским альянсом, европейской коалицией, они сами себя обделяют. То есть они вот односторонне сориентировались туда и считают, что нужно идти только в это направление. Та же группа из нынешних руководителей Республики Молдова, которая вообще считает возможным прекратить суверенность страны, а просто стать... Это унионисты. Да, мы считаем, что это вообще не соответствует национальным интересам никакой страны, потому что, ну как так, ну давайте тогда, значит, скажем, ну ладно, мы тут какие-то вообще никакие, так случайно, несколько веков, значит, у нас была история самостоятельная, теперь давайте мы скажем, что вот есть Великая Румыния, и мы только некая часть этой страны. Это неправильно. И здесь, честно говоря, это внутреннее дело, и, безусловно, Республики Молдова, и только народу Молдовы решать, как быть. Похоже, я же читал социологию, подавляющее меньшинство считает, что Молдова должна прекратить свое существование, большинство считает, что наоборот, Молдове быть. И, кстати, сегодня как раз 13-й съезд социалистов закончился именно вот на этой ноте. И прямо был главный слоган «Молдове быть». И мы, конечно, полностью это поддерживаем. Сергей Михайлович, ну политика, она вообще вещь такая рациональная. Ну, давайте так, на чистоту, вот если посмотреть, вот в Молдове власть очень четко говорит, что нам нужно от России. Они говорят так, Россия – это очень хороший, прекрасный рынок сбыта, и мы хотим, конечно, более низких цен на газ. А вот Россия, с точки зрения прагматики, не вековых наших исторических связей, с точки зрения прагматики, чего бы хотела Россия от Молдовы? Я абсолютно уверен в том, что Россия прежде всего хотела бы, чтобы не было в Молдове вот таких настроений, что Россия – это некая опасная страна, от которой исходит любая какая-то угроза, будь то экономическая, будь то еще какая-то. А вот эту точку зрения пытаются сейчас навязать во всем мире. Это первое. Наверное, если говорить о внешнеторговом обороте, конечно, величина торгового оборота с Республикой Молдова несопоставима с общим объемом. И тем не менее, мы считаем, что те замечательные товары, которые поступали всегда из Молдовы, прежде всего это сельхозпродукция, которая очень хорошо себя зарекомендовала на российском рынке, наверное, сказать, ее должно быть больше на рынке России, чем сейчас. И я нисколько не сомневаюсь, что это было как раз взаимовыгодным. То, что значительная часть тех граждан Молдовы, которые ищут заработок на стороне и сейчас работают в том числе в России, ну, это, значит, абсолютно нормально. У нас очень ценятся строители из Молдовы. Я просто знаю... Не только строители у нас. Не только строители. Но вот строители... Дело в том, что я просто знаю, у меня один знакомый, тот там что-то ремонтировал, и он говорит, что... А почему? Значит, именно... А знаешь, говорит, просто вот очень аккуратно. Вот все, вот, что делают, ну, вот он даже так сказал, знаешь, говорит, вот если объективно, вот, все, что мне нужно сделать, сделают там и другие, значит, да, но вот очень аккуратно, и после себя все будет вот как надо, вот ребята, говорит, из Молдавии, ну, по-старому называют, говорит, вот они, говорит, делают очень качественно. И поэтому России нужны просто добрососедские нормальные отношения. Вот это, наверное, самое главное. Я добавлю еще несколько моментов, с которыми вы можете согласиться, а может быть нет. Но когда российские официальные лица выступают, а вы, кстати, вот сегодня тоже на съезде, когда выступали, вы подчеркнули, что вы выступаете не только как председатель значит, партии, как конечно. Депутат, вы выступили и от российского народа. Да. Вот поэтому я и вопрос вам такой сейчас задаю. Они подчеркивают, российские официалы подчеркивают еще две вещи. Они говорят, что нужно. Это русский язык.
для того, чтобы у него была достойная роль, не только в Молдове. Но в отношении Молдовы еще также добавляют нейтралитет. Да, вот в нынешних международных обстоятельствах, в которых волею судеб оказались и Молдова, и Россия. Вот вы как на это с точки зрения сегодняшнего дня смотрите? Вот надежны ли, да, вот эти два момента? Ну, к сожалению, мы видим, что с русским языком проблемы практически во всех постсоветских республиках. Проблема в том, что сокращаются школы, сокращается обучение. Мы считаем, что это, конечно, неправильно, потому что это все-таки нормальный язык межнационального общения. Да? И он до сих пор очень хорошо нам помогал и помогает, и я надеюсь, и будет в дальнейшем помогать. Mm-hmm. Кстати, было очень приятно, когда на съезде социалистов практически все выступающие, вот они половину своего выступления на молдавском языке, половину mm-hmm. на русском. Мы сидели, там только иногда брали наушники, а так на самом деле все понятно, все хорошо. Поэтому, конечно, проблема русского языка для нас, как носителя русского языка, существует. Но здесь сама жизнь показывает, что вот все-таки вот среднее, старшее поколение, конечно, знают в основе свой русский язык. Да? Молодежь, наверное, уже немножко поменьше. И, безусловно, каждая страна вольна принимать те решения, которые считает нужным. Но мне кажется, что здесь обязательно эти решения нужно принимать с учетом мнения народа. Вот не просто мы там кто-то там в руководстве решили, mm-hmm. что давайте мы все позакрываем, давайте вот будем только там, значит, один язык и все. Поэтому, еще раз, это суверенное дело каждой страны, но здесь, конечно, нас не может не волновать вот эта проблема русского языка. Что касается аспекта нейтралитета, дело в том, что после того, как пала Берлинская стена и Варшавский договор прекратил свое существование, вообще были такие договоренности, что вот сохраняется статус-кво, да, что вот блок НАТО, он останется в тех границах, каких mm-hmm. есть. К сожалению, мы видим, что все время постоянные попытки приблизиться как можно ближе к границам России. И все время нам натовцы говорят, а чего волнуетесь? Мы вообще не собираемся с кем воевать, вот у нас такая организация замечательная, не только военная, мы еще и политическая. А мы говорим, все это замечательно, только почему же вы, как только страна становится членом НАТО, тут же на территории этой страны размещаете военные базы, размещаете те или иные сооружения, как они, натовцы говорят, инфраструктуры оборонительные. Но мы же понимаем, что это элементы, в том числе наступательные, в случае необходимости. Mm-hmm. И, конечно, когда речь идет о Республике Молдова, об Украине, конечно, мы не хотели бы, чтобы эти страны стали членами НАТО со всеми вытекающими последствиями. И в этой связи отнюдь мы не говорим, давайте вот в какой-нибудь союз там УДКБ вступайте. Нет. Вот нейтралитет, мне кажется, это то, что соответствует и национальным интересам большинства народа Республики Молдова, и, конечно, и нашим интересам, потому что мы бы не хотели, чтобы вот так вот как ползущее, значит, вот что-то ползет нам, и НАТО приближалось бы к нашим границам. Поэтому идея нейтралитета нами поддерживается. То, что партия социалистов Республики Молдова, один из тезисов, они взяли именно нейтралитет Молдовы, наказ абсолютно правильный. Да, они еще и предлагают привлечь к этому страны-гаранты обеспечения, да? Среди которых есть, да? И Российская Федерация. Да. К тому же, наверное, не нужно забывать и о приднестровской проблематике. Это наша боль, она очень давно уже, да, болит, вот, потому что пытаются как-то решать эту в разные власти, но вы прекрасно понимаете, на какой стадии мы на сегодняшний день находимся. Да, есть упрек в адрес российских властей со стороны молдавских властей, особенно проевропейского правления. Это в отношении того, что должны уйти из Приднестровья, во-первых, поменять миротворцев, да, есть такая идея, и хотят, чтобы ушли представители ограниченного контингента. А тем не менее, все непросто. Да? Вот за столом переговоров, когда россияне и молдаване сидят, вот эта тема все время возникает. У вас есть какой-то рецепт? Как вот ее решать? На мой взгляд, очень хороший рецепт предлагают как раз наши товарищи из партии социалистов Республики Молдова. Федерализация, изменение mm-hmm. конституции, потому что
Если говорить о федеративном устройстве, то, наверное, можно абсолютно спокойно говорить о том, чтобы это была единая страна, где были бы очень большая автономия у Приднестровья, но Приднестровье входило бы в состав Республики Молдова. Мне кажется, что вот на этом пути можно было бы найти какой-либо компромисс. Потому что сегодня вот такое некое статус-кво, вот у нас и Приднестровье, у нас есть Республика Абхазия, Республика Южная Осетия, непризнанные большинством стран мира. И вот они, вот, тем не менее, вот есть такое международно-правовое положение уникальное у этих территорий. И мне представляется, что вот идея федерализации, она абсолютно правильная. Конечно, это тоже, вот, допустим, представим себе, что вот сейчас такая идея принимается, меняется конституция. Там тоже все непросто, там нужно вести переговоры, но это, по крайней мере, один из возможных вариантов, по которому можно идти и решать каким-то образом эту проблему, потому что ведь сегодняшняя фактическая блокада Приднестровья – это очень опасно, и да. Это никому не нужно, по большому счету, ни Украине, ни Республике Молдове, ни России, ни самим жителям Приднестровья. И вот находить какие-то разумные взаимоприемлемые развязки в этой ситуации необходимо. И нам кажется, что один из возможных вариантов – это как раз вот федерализация Республики Молдова. Мне кажется, что в этом есть хорошая перспектива. Ну вот горячие головы сегодня говорят о том, что все-таки этот конфликт может вновь вспыхнуть, если учесть вот сейчас сложную международную обстановку, ну, особенно то, что происходит на Украине, мы видим, да. Вот. Особенно после того, когда значит, губернатором Одесской области стал господин Саакашвили, об этом стали говорить еще чаще. А вот сегодня как в России видится вообще необходимость решения этой проблемы? Потому что мы знаем, что есть и другие горячие точки, но которые вот я волнуют. Как раз об этом хотел сказать. Жизнь, она диктует свои приоритеты. Да? Я думаю, что сегодня главная угроза для всего человечества, для всех стран – это вот тот самый, те самые проявления международного терроризма, которые мы видим на территории так называемого исламского государства. Кстати, недавно у нас вот было совместное заседание палат, и один из наших уважаемых муфтиев, он сказал, нет никакого исламского государства. Исламское государство, это вот, значит, вы так не говорите, потому что ислам есть ислам, значит, и словосочетание исламское государство с терроризмом не надо связывать. Ну, они тоже себя, верно, да. Да, тоже верно, тоже хотя верно. Они, тем не менее, они специально так назвали себя, хотя, действительно, они от ислама так же далеки, как там, наша планета от Солнца. Так вот, сегодня, конечно, обострение ситуации в Сирии и необходимость решения коллективно, коллегиально вопросов борьбы с международным терроризмом на второй план отводят многие существующие проблемы, в том числе в Европе. Это и проблема гражданской войны на Украине, это проблема Приднестровья. Но, тем не менее, от того, что она, значит, не на первых страницах газет, она никуда не девается, она существует. Поэтому есть существующий переговорный процесс, есть шестерка, которая этими вопросами занимается. Главное, чтобы здесь какие-то неадекватные, непродуманные шаги с любой стороны не привели бы, как вы правильно сказали, к какой-то дестабилизации, еще не дай бог обострению и даже, так сказать, проявлению уже какой-то военной составляющей. Вот этого, наверное, меньше всего нужно. И опять же, обращаясь к этому вопросу о наличии граничного контингента, вот если бы не было угрозы вот такого сползания, да, наверное, давным-давно бы наши военнослужащие были бы оттуда выведены. Но так как мы помним, что там было в начале 90-х, и вот как некий гарант того, чтобы это не повторилось, там и временно находится граничный контингент по договоренности как раз с властями Приднестровья. Ну и плюс еще склады военные, да, это, не нужно об этом забывать. Говоря, это, да. Я предлагаю поговорить о том, о чем у нас в Молдове говорят много и долго. У нас, знаете, такая вот есть дилемма, который разделяет все общество. У нас некоторые говорят, Молдове необходимо двигаться в сторону Европейского Союза, другие говорят, нет, наш путь в Евразес. Я хочу зачитать вашу цитату по поводу Евразес. Давайте. Вот из интервью. Вы сказали так. Евразес рожден желанием собирать камни, разлетевшиеся после распада СССР. Он имеет большое будущее именно потому, что у целого ряда постсоветских государств нарастает стремление к интеграции.
Как думаете, а у молдавского народа есть это стремление? И в какой мере вы его ощущаете? Я думаю, что вы со мной согласитесь, что этот вопрос нужно задать народу Республики Молдова, потому что только вы сами можете ответить на этот вопрос. А с точки зрения интеграции и по поводу тех слов, которые вы процитировали, ведь совершенно очевидно, когда я, помните, уже упомянул, что мир многополярен. И сегодня много полюсов. И вот Россия не самостоятельный полюс, хотя это самостоятельный с точки зрения международного права и суверенности, но вот когда у нас есть значит, Евразес, и с точки зрения экономической, это уже полюс влияния экономический. И чем больше будет этот полюс, чем больше будет составляющих, чем значимее этот полюс будет в такой глобальной макроэкономической, ну, назовем, игре, да, когда там двигаются и трудовые ресурсы, и финансы, и природные ресурсы. И в этой связи быть членом вот такого союза, с которым невозможно не считаться, это выгодно, в том числе для всех участников этого союза. В данном случае я говорю как для раз Молдовы выгодно с точки зрения экономики, прежде всего. Экономики. Да, вот у нас... Дело в том, что здесь ведь политика есть суть продолжения экономики. Да, и если выгодно экономически, то, безусловно, за выгодой экономической есть и некое осознание, что вы не одиноки, да, что вот есть группа стран, которая будет защищать экономические интересы и в том числе в случае необходимости политические интересы. Потому что сегодня вот поодиночке очень тяжело противостоять вот этим глобальным вызовам с любой стороны. Я соглашусь, Сергей Михайлович. Но знаете, в чем вот еще проблема? Вот смотрите, Европейский Союз, он за эти годы сделал все для того, чтобы оказаться очень привлекательным. Была выпущена целая программа, знаете, работали лучшие креативщики для того, чтобы рассказать о том, что европейский образ жизни – это есть самый передовой на сегодняшний день, европейские пресловутые ценности, да, западные ценности. Это есть самые гуманные ценности, которые пользуются наибольшей популярностью. Вот почему бы России тогда не сделать Евразийский союз с точки зрения, я не знаю, хотите назовите это модным словом пиар? Неважно. Хорошо. Да. Почему бы не сделать вот именно с этой точки зрения его привлекательным? Вы знаете, я позволю себе сначала рассказать один анекдот. Пусть простят меня телезрители, если у кого-то покажется, что он такой, ну, скажем, не совсем уместный, но уж больно он в тему будет. Он приличный, Сергей. Ну, почти. Нет, он, конечно, приличный. Но дело в том, если приличный, то дело в том, что приходит к врачу один очень-очень пожилой гражданин, очень пожилой, и говорит: послушайте, доктор, вы знаете, вот мой сосед говорит, он старше меня на 5 лет, а он говорит, что у него до сих пор очень много женщин, и он вообще, так сказать, весь такой в силе. А доктор не посмотрит, говорит: послушайте, а вы тоже говорите? Это к тому, что вы сами сказали, что Евросоюз красиво рассказывает и красиво показывает. Вот, кстати, наши товарищи, социалисты Республики Молдова, подготовили замечательный документ год после того, как вот была, значит, ассоциация подписана. И они проанализировали, а что это дало Республике Молдова? Оказывается, мягко говоря, почти ничего. То есть вот есть красивый фасад, есть красивые, назовем вещи своими именами, сказки о том, как вам будет здорово, а как-то не торопится раскошелиться и что-то вообще реально давать. В этой связи, если говорить о Евразес, там есть реалии, которые просто фактически объемы торговли, объемы роста тех или иных позиций, но я здесь в одном соглашусь. Вот здесь 100% мы, конечно, проигрываем, потому что Евросоюз научился очень, как вы правильно говорите, креативно рассказывать, показывать, и что прямо такой, знаете, вот блестящая, ну, такая, да, вкусная, вкусная такая конфетка. Значит, а у нас как-то так это не очень это умеют делать, хотя на самом деле нужно тоже показывать и достоинства, и выгоды, и в том числе показывать это современным языком. Тем более мы знаем, сейчас у нашей молодежи, как говорят, клиповое сознание, вот эти такие картинки яркие воспринимают. Если там занудно с цифрами показывать, никому это будет неинтересно, будет довольно скучно. Поэтому, наверное, над этим тоже можно работать, но суть-то от этого не поменяется. Членам Евразеса сегодня выгодно экономически, и мы видим, как сказывается вот это экономическое сообщество на росте всех показателей экономики и даже и социальных, значит, условий в каждой из стран участия Евразии.
У нас сейчас очередной длительный кризис политический. Связан он с тем, что у нас опять нет правительства и нет правящей коалиции. Ну, у нас это уже случается достаточно с такой частой достаточно периодичностью. Вот, и мы переживаем сейчас то, что мы переживаем в этой связи. Вы знаете, Европа не просто смотрит вот на то, что у нас сейчас происходит. Они принимают участие в переговорах, то есть их лидеры в ведущих европейских партиях дают советы своим представителям здесь партии. Плюс к тому же уже есть договоренность о том, что будет некий посредник от европейцев, который приедет сюда и будет вот пытаться склеить, вот, как они говорят, про европейскую коалицию, хотя даже уже сами европейцы им уже не нравится, да, что это используется этот термин. И вы знаете, вот в этой ситуации многие смотрят и думают, а что скажет Россия? Даже несмотря на то, что она молчит, я не вижу каких-то вот по этому поводу заявлений. Да? Вот как бы Россия говорит, ну это ваше внутреннее дело, занимайтесь этим сами. Но все равно это с недоверием к этому относится. Думают, что как-то они собираются влиять на то, что происходит сегодня в Молдове, высказаться, поддержать, может, как-то официально какие-то силы, нет? Ну, начнем с того, что вот тот некий или некая господин или госпожа Икс, который якобы приедет, ну, наверное, печенюшки сейчас там готовят, значит, для будущего печенюшки разговора. Печенюшки – это прерогатива Соединенных Штатов. Вот. Ну, я думаю, что в любом случае… Мы ждем все-таки из Брюсселя. Знаете, я думаю, что человек, который приедет из Брюсселя, у него в мешке будут печенюшки из Соединенных Штатов Америки, я в этом нисколько не сомневаюсь. Хотя, может быть, я и заблуждаюсь. Может быть, мне так уже дядя Сэм везде верещится. Ну, потому что вы в санкционном списке, Сергей Михайлович. Да, я в санкционном списке. Вы гордитесь, кстати, этим? Вы знаете, когда буквально еще в марте 2014 года я был в составе первых 9 человек, которых внесли в санкционный список Евросоюз и Соединенные Штаты Америки. Ну, знаете, я ходил, у меня было такое ощущение, что я именинник. У меня было такое ощущение, ну, слушайте, в Штатах я когда-то был по работе, но я туда не стремлюсь. Ну, Европа, мне там дорога закрыта в страны. Ничего страшного, да, потому что у нас страна Россия огромная. Я по первой профессии геолог. Да. Мне лето провести в экспедиции на рыбалке. Но в Монголию вам не закрыли въезд в вашу любимую? Закрыли, нет, в Монголию. Я был буквально в феврале этого года, семью туда возил, потому что моя семья, моя жена и младший сын захотели вообще увидеть, что это такое Монголия. Им, кстати, очень понравилось. Так вот, в этой связи я оцениваю то, что там могут что-то обещать или что-то предлагать. На самом деле, еще раз, это действительно внутреннее дело Республики Молдова, и каждый гражданин вашей прекрасной страны сам должен оценить, а почему вообще вот какой-то дядя или тетя должен приехать и учить вот нас, значит, жизни и, значит, заниматься тем, что что-то то ли склеивать, то ли еще что-то разбирать. Не сами ли граждане должны решать этот вопрос? В этой связи позиция России здесь очень простая. Мы действительно считаем, вот это все будущее, нынешнее устройство власти, выборы и председателя, премьер-министра, президента – это внутреннее дело вашей страны. Конечно, не случайно вот то, что я присутствую на съезде социалистов Республики Молдова. И, кстати, хочу обратить ваше внимание, кроме нашей партии, а мы же вообще парламентская, но мы оппозиционная партия, да. Мы оппонируем партии власти «Единая Россия». Но была же представительница «Единой России» Ирина Константиновна Родина, знаменитая наша фигуристка. Угу. Это символично, на самом деле, что две крупнейшие парламентские партии, они присутствовали здесь на съезде. Так вот, мы, в данном случае я говорю уже от имени России, конечно, нам не безразлично, что происходит в Молдове. Конечно, нам не безразлично, куда Республика Молдова пойдет, в НАТО, либо она останется в нейтралитете. С точки зрения экономики, что это будет полный разворот туда, интегрирование в Евросоюз и прекращение вообще любой какой-либо торговли с Россией, либо будут, допустим, прагматичные отношения. Ведь когда мы говорим о Евразии, это же не значит, что все, ребята, забудьте про Европу, повернитесь к Европе
руки спиной, смотрите только на восток. Да нет. Нет, вот как социалисты как раз здесь говорят, мы не хотим железный занавес с Европы, мы хотим снять железный занавес с России. Да, именно снять занавес, но нигде не устанавливать, не нужно, этих занавесов более чем достаточно. Поэтому Россия не может нам что-либо обещать, во-первых, исходя из суверенитета Республики Молдова, но потом, давайте тоже, честно скажем, с теми, кто сегодня находится у власти, в общем-то, как-то не очень-то есть о чем говорить, потому что они однозначно говорят, что Россия, это вообще, мы ушли, слава богу, от России, давайте уйдем навсегда. Ну, собственно говоря, когда тебя не приглашают к разговору и не очень-то тебя привечают, наверное, сказать, и нет большого желания разговаривать. Поэтому здесь вот чем объясняется, как вы говорите, молчание России в этом плане, потому что не надо как бы навязываться, да, особенно тем, кто не хочет иметь с тобой дело. Вот мне интересно сейчас, чтобы вы откровенно ответили на такой вопрос. У нас, знаете, когда пытаются слепить эту коалицию, вот даже эти партии власти, они уже друг друга терпеть не могут, но вот все равно, потому что у них есть один аргумент. Они говорят так, вот если мы этого не сделаем, будут досрочные выборы, и тогда к власти придут пророссийские силы. Вот прямо так говорят в лицо. Скажите, пожалуйста, с вашей точки зрения, почему они этого так страшатся? Такая пугалка у нас, я, знаете. Я думаю, что они страшатся смены власти по нескольким причинам. Одна из них 100% присутствует, с учетом уже реалий украденного миллиарда. Возможно, не один миллиард украден. И, возможно, боятся дальнейших разоблачений и проявления каких-то не очень красивых вещей. Это первое. Второе, к сожалению, заключается, ну, я назову так, в не совсем самостоятельности с точки зрения проведения как внешней, так и внутренней политики. И не случайно вот сейчас идут разговоры, что вот Евросоюз кого-то должен прислать, и кто начнет все это склеивать. Получается, что где же суверенитет, где вообще независимость и самостоятельность принятия тех или иных решений. И когда, если вдруг с их точки зрения произойдет смена власти, придут социалисты, они не столько опасны, что они будут ориентироваться на Россию, сколько совершенно очевидно, что они начнут независимую, суверенную политику Республики Молдовы. Вот не случайно, еще раз я напомню, вот та нота, на которой закончился 13-й съезд социалистов, Молдове быть, не быть придатком или частью Румынии, не быть, значит, где-то на задворках, значит, Европы, Молдове быть как суверенному независимому государству. И если нынешняя коалиция боится пророссийской политики, на самом деле никакой пророссийской политики у социалистов нет. Есть промолдавская политика. Это и кредо, и мы полностью их в этом поддерживаем. То, что прагматично, выгодно с Россией и торговать, и дружить, тем более это соответствует вот таким коренным интересам наших народов, которые веками жили вместе, это уже следующий вопрос. Самая главная прагматика заключается именно в промолдавской политике, самостоятельной, независимой, суверенной. Ну, у нас в моей программе всегда есть третья часть, это называется «Поговорим немного о личном». Да, да, вот вы знаете, много про вас прочла, готовясь к интервью, и узнала один факт. У вас 5 высших образований. Да. Я потрясена. Абсолютно. То есть вы еще очень опытный политик, занимаетесь долго этим делом. Скажите, пожалуйста, какой самый такой вот важный совет как политику дали вам, и какой вы как политик можете дать другим политикам? Но дело в том, что здесь надо вспомнить о том, что в политику я пришел после того, как позанимались, да, в геологии, да. Вспомнила. Это правда, что вы даже успели поработать за Зазывалой на выставку, да, на Невском? Правда? Да. Была дело такая в том, что когда рухнул Советский Союз после, ну, он еще даже тогда на то помине рухнул, это был август 91 года, был путч, а я приехал из круглогодичной экспедиции в Монголии, где я проработал 10 лет. Угу. Я приехал за 2 недели до путча в свой родной Ленинград. Но, к сожалению, геология уже как отрасль и науки, и экономики рухнула. И я понял, что нужно менять профессию. Я поступил на экономический факультет уже за деньги, платно, потому что уже, так сказать, новые были рыночные реалии.
но нужно было семью кормить. И я искал по объявлению в газете, значит, в любые вакансии. И кончилось тем, что я нашел вот такую работу на Невском у здания бывшего райкома Куйбышевского КПСС, потому что коммунисты убежали после путча, такие шустрые мои работодатели, они еще коммунистов взяли в аренду одну маленькую комнатку во дворце, а когда коммунисты убежали, у них целый дворец оказался в их собственном, ну не собственности, а в распоряжении. В распоряжении. И они там быстренько устроили какую-то выставку некого фотохудожника, им нужно было зазывать людей, которые привыкли, ленинградцы, что тут райком партии, тут никто даже не заходил туда, потому что в райком партии так просто не зайдешь. И действительно, я работал, зазывал, поработал я где-то недели две. Успешно поработали, успешно, я так понимаю. Успешно, потому что кассиры говорили: Сергей, мы знаем, когда ты работаешь, потому что количество посетителей увеличится раз в пять. Через две недели меня назначили исполнительным директором этой фирмы. Я уже сам руководил другими зазывалами, но там уже не только звал. Но это мы отвлеклись. Так вот, говоря о советах, в свое время мне дал очень хороший, на самом деле не дал, а дала. Первый совет мне дала моя первая учительница, Ирина Сергеевна Пронина, Царство Небесное, к сожалению. Она учитель истории, и через нее у меня всегда была тяга вот к политике. Я, когда работал в геологии, я, например, был членом общества знания, читал лекции по международным отношениям. Меня это всегда очень интересовало, международная тематика. И когда так получилось, что я стал депутатом законодательного собрания Петербурга, а мы с Власом регулярно встречаемся вот на одной из встреч, и мы встретились, мои одноклассники очень радовались, а меня не только я стал депутатом, меня буквально там через 4 месяца после депутатства избрали первым заместителем председателя ЗАГС Собрания, такая уже должность большая, и все радовались, и Раиса Сергеевна мне дала совет. Но она как бы меня предостерегла от одного и дала совет, она сказала: Сережка, я тебя знаю, ты человек открытый, человек добрый, я тебе желаю, чтобы, тебя власть не испортила, и запомни вот мой самый главный наказ – люби людей. Я говорю, я так вроде как. Сережа говорит, запомни, да, вот если ты будешь делать свою работу, а сейчас у тебя работа политическая, без любви к людям, у тебя ничего не получится. Вот этот наказ я запомнил навсегда, но, честно говоря, он соответствовал, ну, внутреннему, что ли, моему пониманию. Ведь когда, я просто приведу пример, но вот ведешь прием избирателей, люди приходят разные. Приходит пожилой человек, там даже не важно, бабушка или дедушка, вот они начинают рассказывать. Ты давным-давно все уже понял. Более того, ты уже хочешь, значит, какое-то решение, а ему надо высказаться или ей. Вам надо выслушать. Выслушать. И хочется давным-давно перебить. А еще бывает, ну, не очень люди грамотные, не очень. И вот не дай бог проявить вот это, знаете, как говорят иногда начальники, вас тут много, я тут один. Нет, это твой избиратель, это гражданин, это твои сограждане. И будь добр, люби их, и вот понимай их беды, понимай их проблемы. Это совет, который дали мне. На самом деле, собственно говоря, по эстафете я и могу сказать, что совет главный для работы в политике. Я, кстати, об этом всегда и говорю, когда мои вот молодые члены нашей партии, есть такая организация «Справедливая сила». Недавно была учеба у нас в Калужской области, они говорят, ну дайте, значит, самый главный совет, что? Я говорю, знаете, надо любить людей. Они так все как-то ждали, что другое. Прежде чем идти в политику, задайте себе вопрос. Вы зачем? Любите людей, да, зачем вы любите людей? Вы хотите, искренне хотите сделать их жизнь лучше. Вот если вы их не любите, лучше не надо. Если вы хотите строить свою карьеру, значит, забудьте о политике. Потому что у вас не будет успеха, рано или поздно вы споткнетесь. Да, потому что те, кто строит карьеру любыми путями, думая не о людях, а вот о себе любимом, рано или поздно он все равно закончит плохо. Потому что только те, кто видит в себе предназначение служить людям и делает это искренне, делает это от души, только у того будет успех. У вас всегда получается следовать этому совету? Всегда. Дело в том, что вот здесь, дело в том, что я сегодня в России, наверное, единственный политик,
Ну, я беру, например, уровень руководителей палат, руководителей фракций в Госдуме, там, правительства, которые в интернете на всех своих страницах, будь то Facebook, будь то ВКонтакте, будь то Одноклассники, будь то Инстаграм, там дальше можно продолжать, у меня открыта страница для комментариев, и я отвечаю. Вот у любых других, у них страница есть у всех, но там туда можно написать, но тебе никто не ответит. И более того, если ты начнешь писать ругаться, тебя оттуда вымарают. Ну, понятно, когда кто-то допускает нормативную лексику, у меня тоже сидит администратор, который все это уберет, чтобы ну, просто страница значит, не была испачкана. Но меня ругают. Ругают с их точки зрения иногда за дело. Я просто могу привести такие факты, что многие из тех, кто несколько лет тому назад меня активно ругал, сегодня это мои, ну как в интернете говорят, френды, мои друзья, потому что я их переубедил. И они убедились, что я искренен в своих поступках, я искренен в своих призывах, потому что люди очень разуверились, и люди считают, что ты во власти, ты там вообще вот кремя на тебе негде ставить, если ты там якобы заботишь о стариках, или там о детях, или еще что-то, это значит, ты там лукавишь, все неправда. И люди отсюда выплескивают свою агрессию, свою даже злобу. Я вступаю с ними в полемику, начинаю значит, как бы объяснять, ну, говорить. Кстати, коль скоро я упомянул интернет, вот совет современным политикам, для меня давнишнее правило – интернет – это зеркало, в которое обязательно любому политику нужно смотреться. Если, простите, как говорил баснописец, рожа крива, то это не значит, что зеркало кривое, это тебя так видят. Я, кстати, вот упомянул, что иногда вот, там ругают. Вот я делаю какое-то заявление. Я понимаю, почему я это делаю, в каком контексте я это делаю, какие цели преследую. А люди услышали и говорят, ну, простите, ну, что идиот, значит, ты что вообще предлагаешь такое? Да? И вот, например, далеко ходить не надо, прогрессивная шкала подоходного налога. Мы выступаем за это, потому что Россия единственная страна из 20-ки, да, где плоская шкала подоходного налога. И мне тоже пишут, значит, я получаю 150 тысяч рублей в месяц, ты хочешь с меня брать повышенный налог? Я говорю, успокойтесь, 1 000 000 рублей в месяц, значит, у вас будет 13%. А вот больше 1 000 000 рублей в месяц начнется прогрессия. И максимальная ставка будет не 56%, как во Франции, а 35%, всего лишь навсего. И тогда люди понимают, тогда понятно. Вот когда людям начинаешь объяснять, тогда становится ясно. Но опять же, когда я впервые прочел массу таких просто негативных публикаций, я понял, что я, конечно, молодец. Я так сказал, прогрессивная шкала подоходного, а не объяснил людям. Конечно, нужно объяснять. Тогда поэтому это зеркало, в которое нужно смотреться. И работа над ошибками. Я думала, что вы будете говорить еще о готовности к выборам. Еще одна ваша цитата, совершенно такая удивительная. Вы сказали так: «Ни один спорт по драйву никогда не сравнится с избирательной кампанией. Это настоящий мужской спорт. Этот процесс больше всего заводит. Настоящая битва». Вот единственное, с чем бы я поспорила, с тем, что это мужской спорт. Ну да, на самом деле вот, да. Вот сейчас меняйте это высказывание. А дело в том, что я помню это высказывание в контексте, потому что там были только молодые люди. Вот аудитория, с которой я говорил, там не было девушек, и поэтому вот... Ага, так вы, значит, говорите каждой аудитории то, что она хочет услышать. Ну, кстати, начнем с того, что я горжусь тем, что в нашей партии «Справедливая Россия» 58% членов нашей партии – женщины. У нас больше всего женщин и во фракции в Государственной Думе. То есть гендерным равенством у вас все прекрасно. У нас даже мужчины в меньшинстве. А дело в том, что женщинам, как никому, присуще чувство справедливости обостренное. Это совершенно естественно. Так в той аудитории просто мы с ними там были, значит, юноши, и я именно такой упор сделал, что ну, вот они же ищут везде приключения, вот они хотят, значит, быть такими крутыми, и вот они, ну, кто-то в спорте, а кто-то иногда, так сказать, там и непонятно где. Я говорю, вот, значит, применение вашей силы, вашего ума. Конечно, и у нас, я уже сказал, что женщин много и в партии, и во фракции. Ну, а с точки зрения того, что выбор – это действительно, это с точки зрения эмоций и с точки зрения реальной борьбы, конечно, здесь, наверное, даже любые спортивные соревнования, они просто отойдут на второй план, потому что действительно такая реально серьезная борьба, особенно в таких непростых условиях, в которых сегодня строится политическая партийная система в России. И последний мой вопрос. Не знаю, мне кажется, вам должны были его задавать российские журналисты, может, не только российские.
Но вот название вашей партии мне нравится. Справедливая Россия. Спасибо. Да, красиво. Слово «справедливое». Почему в мире так мало справедливости? Хороший вопрос. Дело в том, что когда мне спрашивают, почему назвали так свою партию, в том числе говорят, послушайте, а ведь справедливость у каждого своя. Да. О какой справедливости вы говорите? Ну, я легко отвечаю на этот вопрос. У нас, я специально даже говорю, на Руси есть русский язык, он богатый язык, есть синоним слова справедливость, по справедливости, по совести. И я говорю, послушайте, расскажите любую житейскую ситуацию, международную ситуацию, любому человеку, неважно даже какое у него там образование, и скажите, вот кто здесь поступает по совести, а кто нет, по справедливости, и все скажут сразу же. Не надо быть никаким там третейским судьей, не надо, просто все сразу понимают, вот это здесь по совести, а это не по совести. Это синоним справедливости. Но есть еще такое более уже академическое определение, я у одного философа прочитал, и мне это определение понравилось. Он говорил так, что справедливость – это адекватная оценка отданного и полученного. И на самом деле, если подумать, да, вот, то есть в чем проявляется справедливость? Я к вам со всей душой, а вы ко мне спиной. Вот для меня это будет как бы несправедливость, да? С точки зрения там торговли. Я, значит, вот такую цену, значит, за вот какой-то, значит, товар, а тебя, говорю, давай ко мне все бесплатно и вот столько. Угу. Вот адекватная оценка, значит, отданного и полученного с нашей точки зрения является справедливостью. И когда мы на замену нашей партии такое, не побоюсь этого слова, святое для русских людей слово взяли, мы осознанно это делали, потому что мы хотим справедливости для всех. Мы хотим справедливости, прежде всего, для большинства. Это люди труда, это наши пенсионеры. Но говоря о том, что мы хотим справедливости для всех, вот пример с прогрессивной шкалой подоходного налога. Да, мы хотим излишки взять, но мы только хотим взять излишки у действительно сверхбогатых людей. Кстати, у нас даже есть еще более такой, ну, назовем, либеральный закон, где мы даже говорим, что мы разные, мы 9 раз уже вносили этот законопроект в Госдуму, мы говорим даже, пускай будет прогрессия начинаться с 2 миллионов рублей зарплаты в месяц, 24 миллиона рублей в год. И вы знаете, самое удивительное, мы посчитали, что если бы такой законопроект был принят и стал законом, платили бы прогрессию всего лишь, вдумайтесь, в Российской Федерации 200 тысяч человек. Из 145 миллионов 200 тысяч. А знаете, сколько денег бы мы получили дополнительно? 1,5 триллиона рублей. Вот и какая штука. Мне остается только верить вашим цифрам. Но это правда. Да, я не столь компетентна в плане российской тематики. Я благодарю вас за эту беседу. Мне было интересно с вами общаться. И хочу пожелать, как своим гостям по окончании, вам то, что вы сказали сами, чтобы никто никогда не поворачивался к вам спиной, и чтобы всегда были с открытой душой. Спасибо вам. Спасибо вам большое. Вы смотрели программу «Прилюдно». Я желаю вам всего самого доброго. Непременно увидимся.